классе целый день Данил одноклассников дразнил. Райка Гайка, Саша Сажа, Юля Гуля, Маша Каша, Колька Долька, Костик Фостик, Ирка Дырка, Ростик Мостик, Толик Столик, Мишка Шишка, Пашка Пташка, Гришка Крышка, Любка Губка, Нина Мина, Светка Сетка, Дина Тина, Таня Баня, Вита Свита, Юра Фура, Рита Бита. И обиделась Лариска. Он сказал, что Лара крыска, а Наташка заморашка, Лёшка ложка, Яшка фляжка. Это ли не чересчур? Нет от вредности микстур. Жаль, что нет антивреднила для дразнильщика Данила. Мы придумали дразнилку на противного Данилку, обозвав его чернилкой. Все смеялись над Данилкой. Обливался он слезами? Нет. Смеялся вместе с нами. Очень рад он был дразнилке. Удивились мы Данилке. Ту дразнилочку Данил раз 15 повторил и открыл нам свой секрет. Я же будущий поэт! Рифмы я ищу к словам. Вот и к вашим именам подобрал. Но для Данила все никак не выходило. Оказалось, что Данил никого и не дразнил. Не обидно, если это тренировка для поэта. Люблю в году учебном я лишь первый день у сентября. Его зовут днем знаний, и на дом нет заданий. Так значит, знаний день один. Тогда для грусти нет причин. Нам для незнаний-то, народ, отпущен весь учебный год. Бытность нашу малышами мы совсем не понимали. Сидень мы бестолковы. Что такое старый, новый? Значит, старый Новый год вслед за молодым идет? Или, может, от метели старым стал за 2 недели? Новый год один или два? Просто кругом голова. Раньше мы, теперь вот внуки, у висков вращают руки. Для чего же нужно нам жить по 2 календарям? Говорит мне внучка Оля. Это супер! Значит, в школе и каникул будет 2. Осенью, весной, зимой. Еще 2-е лето. Очень нравится мне это.